С сегодняшнего дня начался межрегиональный турнир по северному многоборью памяти заслуженного работника Народного хозяйства Республики Виктора Ефимова. В соревновании принимают участие 95 спортсменов из 12 команд, представляющих разные районы республики. Сегодня в спорткомплексе «Мадун» провели северный тройной прыжок. Завтра в районе птицефабрики многоборцы выйдут на бег по пересеченной местности. В четверг на Зеленом лугу пройдет метание на хорей и топора на дальность. Турнир завершится в пятницу прыжками через нарты в спорткомплексе «Мадун». Лучшие спортсмены в ноябре-декабре представят республику на Кубке России, который пройдет в Сургуте. Через Министерство спорта, Министерство образования делается все возможное, чтобы все национальные виды, которые у нас аккредитованы на уровне Министерства спорта, они развивались. И мы это видим вот в том, как дети с удовольствием занимаются таким, ну можно сказать, неординарным, но очень красивым видом спорта северное многоборье. И в прошлом году мы проводили всероссийские соревнования, где команда Республики Саха-Якутия заняла первое место.